конце мая выходит в прокат новый фильм Педро Альмодовара «Я очень возбужден». Безгранично пошлый и очень смешной. Оригинальное название фильма «Los Amantes Pasajeros» дословно переводится на русский как «Любовники пассажиров». У нас же его переводят как «Недолгие любовники», «Краткосрочные любовники» или, следуя саундтреку фильма, «Я очень возбужден». Переводчик этого фильма, наверное, тоже имеет режиссерский диплом и лучше знает, как должен был называться фильм Педро Альмодовара. Если бы я была переводчиком, я бы перевела как «Любители пассажиров». Это допускается, потому что «Амантес» имеет два значения – «любовники» и «любители». В афише фильма первыми заявлены звезды Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Поклонникам просьба не беспокоиться. Пенелопа Крус и Антонио Бандерас появляются только в тизере фильма, который не имеет никакого отношения ко всему остальному происходящему. У них буквально одна сцена, которая совершенно потом никак не имеет никакого продолжения. После взлета выясняется, что у самолета что-то там с шасси, и они не смогут совершить посадку в обычном режиме, и поэтому им нужна какая-то специальная аварийная полоса, которой нигде нет, и они вынуждены нарезать круги над Толедо. И чтобы разрядить обстановку на борту, стюарты делают веселящий коктейль «Валенсия» с добавлением мескалина. Драматургический фильм организован как компиляция личных жизней героев, которые случайно вместе оказались на борту самолета. Высшая кульминационная точка – это, безусловно, танец стюартов. Это то, чего больше не увидишь нигде.